Хей, йоги, если мы жмите, мы продолжаем проходить игру под названием Секира. Так, хорошо, у нас все есть, все готово, все изи-пизи. Ты где? А, теперь у нас врата открыты, подождите. А, они у нас и были открыты, точно. Что ты, все еще просишь себя убить? Я мог принять? Давай, ладно, примем. Alright. Хорошо. О, спасибо, спасибо. Я готов. И еще немного испуган. Но готов. Начинай. Ну хорошо, ладно. Приступай же скорее. Я не хочу. Нет, я передумал. Я хочу, знаете, что сделать? Если получится. Я убивать просто его не хочу. Переместиться он типа хороший. По сути. По сути, парень хороший. А убивать жалко. Жалко парня. Добрый он. Дорога в замок. Приватная башня. Мне нужны ступеньки. Вот лестница смерти. Там вот этот торговец, вор. С ним немного побазарить надо. Если все будет хорошо. Если будет все хорошо. Тогда будет все хорошо. Так, кого я еще не могу убить? Кто знает? Много кого. Так, мне кажется, ли тут что-то изменилось? Или я просто давно не был? Вот эти красные. Чик-чик-чик. Повязки. Красные повязки. Здравствуйте, добрый господин. Я знаю, что нужно самураям. Вы серьезно, добрый господин? Да. Им, похоже, не достает соли. Соли, говорите? Она, понятно, делала для еды, а еще ею хорошо очищать мертвых. И на раны сыпать можно. Когда на поле боя гибнут трупы, поветрие всякое случается. Это значит, пора выкладывать деньги. Сейчас большой спрос на соль. Вряд ли у меня ух, уже карман, если устану продолжать ее чуть дороже, чем обычно. Решено. Пора разжиться солью. Большое вам спасибо, добрый господин. Купить предметы. Что тебе по предметам? А, у него дроп. А, призрачный кунай. Ну, кунай не хочу покупать. Я, короче, в мешочки вот эти превращу. Превращу. Меня. Нет, ладно, давайте тогда пойдем убьем его, так уж быть. Ну, это походу из-за того, что я ему все-таки тату отдал. Цветочек. Сука. Не хочу его убивать. Мне просто его жалко убивать. Почему я не могу... По идее, я там проспойлерил себе еще один момент насчет вот этого гиганта. Типа, что было бы, если я другой отдал, да, ему цветок? Он бы пошел к этому разбойнику, просто ему как помогать. Ну, типа, носить там предметы и все такое. Но... В нашем случае мы отдали ему бабочку, и походу мы ничего больше сделать не можем. Ладно, я убью тебя с разворота. Нормально? Ну хорошо, ладно, приступай же скорее. И чё? Чё-то не понимаю.
Ладно, короче, зачистку делаем. Делаем по-быстрому зачистку. Так, ну я думаю, вообще этих можно не трогать. Блять, упал. Сука. Отхилимся. Хорошо, бежим далее. Так, хорошо, бабка. А, змеиные фрукты, да? Есть два вида. Да, рис, рис, рисом. Дать рис. Вот рис. О, о, нет сомнений, это рис божественного дитя. Ох, слава богам, славу богам. Скажите. Что вы видите? Если тебе нужен свежий фрукт, лети на воздушном змее. Чудесно. Если тебе нужен свежий фрукт, лети на воздушном змее. Управляй куклой, лети на воздушной змее. Куклой? Не понимаю, о чем она. Наша способность новая. Так, я еще видел такую фигню здесь. Нам нужно что? Что нам нужно? А нам нужно с вами вот что. Так, 7, 7, 7. Одна. А, у нас еще с вами... У нас всего их 7. Я не знаю, давайте этот заюзаем. Шарик. Вот этот. Шар духов. Шар-то позволяет так водой перерисовать. Благодарю, что у нас вообще бла-бла-бла. Хорошо. Да-да, вот так, правильно. Вот так надо молиться. Ты, набожен человек, прими от меня вот это. Леденец. Леденец. А теперь... А, так смотрите, мы можем по-быстрому все с вами сейчас замутить. Сейчас все сделаем с вами. Это будет довольно быстро. Мне главное, чтобы после смерти вот эти
теперь они воскрешались. А там как бы вообще посрать. Ух, плюс еще конфетка, плюс души. Ой, там давно этот предмет. Ой, бежим. Так, теперь техника управления. Сука. Ну, ясно. Сломато, идите в жопу. Все сломано, начинаем заново. Все по новой, все херня. Отдохнуть. Ладно, делаем все заново, но очень быстро. Так, теперь мне нужно бежать. Тихо. Тихо, мне посрать, все, бежим дальше. Оп. Он готово. О, там тоже есть. Это где мы воздушный шарик делали? И чё? Ага. И что? Ладненько. Закликал все. Все закликано, готово. Магнитики. Так, еще тотем. Угу. Так. Хорошо. Отдохнуть. Выйти. Шар духов. Ф.
Проход. А у меня сколько? Ладно. А куда мне двигаться? Прыгнуть в воду. Что, все-таки в воду мне нужно прыгнуть? Что-то не врубаюсь. Можно понять. Типа не врубаюсь, типа не врубаюсь. Там рыба. Я просто не пойму, куда. Что делать? Объяснить? Объяснить, что делать мне, пожалуйста. Отдохнуть. Я не понимаю, что мне делать. Я сейчас нахожусь. Пещера в опустевшей долине. И я пришел, как она мне сказала. Но не понимаю, что дальше делать. Странно. Очень странно. Может, мне нужно как-то за что-то зацепиться. Почему ты вздыхаешь? Не понимаю. Сложно. Сложно, сложно, сложно. Найс. Какой смысл мне нужно было сюда ехать? Какой смысл? Если я все равно не могу ничего получить. Фрукт. Здесь есть фрукт. Где? Вот я хочу туда попасть. Как? Прыгнуть в воду он не прыгает. Чувствую обман. Чувствую, меня обманули. Ладно, у меня хотя бы здесь телепорт есть. Круто. Отдохнуть. Так я, получается, вообще теперь не знаю, что мне делать.
крепости нету. А, крепости. Так это ж не в Сэмпо. Алло. Скорее всего, крепость имеется в виду там, где босс был. Сейчас попробуем. Прав я или нет? В принципе, у нас еще 10 минут так есть. Я уже подумал, босс. Да? А это где мы сдохли? Вот там мы вот прыгали. Далее не. Что есть здесь? Нету. Как вариант, я могу просто спрыгнуть. Воу-воу-воу! Блять. Я лучше отдохну. Ой, вот это да, вот это змеёха, молодец. Дала мне обосраться. А, не, выпустила. А, все только это, да? Тогда хорошо, поехали. Походу, мы сегодня будем змеюку с вами убивать. Подожди, а мы Макакичи в этой серии убивали или нет? Так, твердый металл. Фрагменты особо твердой руды с тусклым блеском. Добыть ее можно только близ истока вод, который проклиняет жители Асина. Часто используется для подготовленных улучшенных под атак. Подходит для... и для переброски инструментов в протезе. Кузнецы считают это прочный, но ковкий материал, не проведенный среди металлов. Непроводимый. Какой шанс того, что меня сейчас змея снова не атакует? А как это оружие? Макака с мечом было. Вооруженные макаки. А как? Кто тебе меч держал учить? Так как здесь, я понимаю, мне придется быть осторожным. Так. Щелкунчик. Видите, обезьяна с мечом и в шлеме. Обезьяна, то вооруженная.
Так, пока еще средства. А, так я их ваншотчу. Если я их ваншотчу, тогда нормально. Смысл по рукам. Смысл. Кто-то сидит. Тихо. Это уже интересно. Бом. А чё вы тут сидите? Как я, пипец, как я не заметил. Ни хрена себе армия обезьянок. У вас чё там, собрание? Не до воинов, а? Блин, я локация здоровая. Ой. Да. Это все дело ваншотится, оказывается. Я думал, там что-то жестко будет, ай. Если не ваншотится, тогда это не опасно. Ну, хотя бы не такая жопа, как я думал изначально. Так, я вижу там спуск вниз. То есть у меня опять развилка, да? Так, лекарство. Пипец, там армия макак. Что? Лекарство. Прикиньте, в такую орду залететь. О-о-о! Что? Ну что с ней? Она нестандартно двигается. Да. Обезьянье вино. Найс.
А вот это уже можно отдать будет тёлочке. Там железо. Да, здесь я немного, конечно, пострадал. Не соглашусь. Блин, а куда мне идти, ребят? То есть у меня вариантов много на самом-то деле. Ой, там вниз нужно, оказывается, мне. Но вниз я могу по разному способу пойти. Я решил пойти по левой, да? А я хоть так и хоть так, да, туда иду? Ладно, давайте в другую сторону попытаемся. Пипец тут макакичи. Обезьянок сколько? О, найс. Отдохнуть. О. А, даже так. Ну, давайте, наверное, на этом поговорить. А, змеиные фрукты, да? Есть два. Один свежий, сушеный. О чем вы так говорите? А, что-то тревожит? Рис. Откуда ты тут взялась? Ладно, давайте, короче, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. В принципе, у нас, походу, есть еще один сюжетный босс. Походу это так. Потом дальше у нас проход есть в... Я не знаю, что это, кислотное озеро. Но там тоже есть проход. Поэтому как-то так. И всем пока.